поскольку почти все они у меня девочки, у меня только два мальчика, и сколько, может быть, в них как-то и рисуется моя, да, потребность иметь дочку. Да? У меня нет дочки, у меня двое сыновей, и с ними интересно, то есть им можно иногда там волосы причесать, как-то их поправить, платье какое-то им подобрать, снять, надеть. То есть вот какая-то такая женская потребность иметь девочку и одну такую подружку. Ну, это, наверное, не самое главное. Больше, я не знаю, я, наверное, я ими горжусь, да, потому что каждый из них это, как сказать, не выстраданная, но какая-то небольшой кусочек мечты реализованной, да, которую я собираю, кукольная такая мечта. И у нас даже в семье есть такое выражение «спасти куклу». То есть я нахожу где-то на продажу, да, куклу, смотрю, и меня там спрашивают, ну что, будем ее спасать?